В эфире итоговая информационная программа в студии Ирина Ковалева. Здравствуйте. О событиях этой недели вам расскажут мои коллеги, журналисты телекомпании «Город». Вот некоторые темы этого выпуска. В Рязанской области назначен главный федеральный инспектор. Им стал Сергей Яковлев. Ремонт Первомайского проспекта. Скажутся ли дорожные работы на транспортной ситуации? Введение автоматизированной системы оплаты на коммерческом транспорте и первые проблемы. В автомобильном музее восстанавливают полуторку, которую рязанские дайверы подняли со дна Ладожского озера. Реализация майских указов президента, перспективы социально-экономического развития области и подготовка к празднованию 80-летия региона. Такие вопросы на встрече, которая состоялась 30 мая, обсудили заместитель полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Мурат Зядиков и исполняющий обязанности главы региона Николай Любимов. В ходе рабочей встречи Мурат Зядиков представил главного федерального инспектора по Рязанской области Сергея Яковлева. В его полномочия входит контроль за исполнением указов и иных решений президента Российской Федерации, соблюдение федерального законодательства в определенных сферах. Кроме того, он принимает участие в работе местных властей и взаимодействует с подразделениями госорганов. Также в ходе данной рабочей поездки Мурат Зядиков особое внимание уделил работе приемной президента на территории Рязанской области. Я уже успел посмотреть непосредственно саму приемную сегодня еще раз, встретиться с работниками, которые осуществляют эту работу. Ну и еще раз мы провели такое небольшое совещание с главным федеральным инспектором, посмотрели те поручения должностных лиц, которые проводили непосредственно по Рязанской области. У нас неисполненных поручений на сегодняшний день нет. На этой неделе начался ремонт Первомайского проспекта, который продлится до 31 июля. Власти города пообещали, что дорожные работы будут проводиться преимущественно в ночное время, а заметно влиять на движение транспорта ремонт начнет лишь во второй половине июня, когда рабочие приступят к фрезерованию. В том, с какими дорожными трудностями придется столкнуться рязанцам, разбирался Валерий Седов. Дорожно-ремонтные работы не раз застигали рязанцев врасплох. В памяти сразу всплывают ситуации, когда городской трафик оказывается полностью парализованным. Водителям же приходилось искать самые защищенные пути объезда и пользоваться ими не один день. В этом году ситуация будет иной. Участок дороги, который предстоит отремонтировать, тянется от перекрестка улиц Чкалова и Первомайского проспекта до улицы Соборной. На этом полотне 136 колодцев, и ремонтные работы начнутся именно с них. Первые две недели пройдет опускание колодцев. После этого рабочие удалят старый дефектный слой дорожного покрытия. Эта процедура называется фрезерование. Ситуация с дорожной разметкой в нашем городе также не радует глаз. Местами она сильно стерлась. В начале июня на весь участок дороги нанесут терморазметку. Такой способ отвечает современным реалиям и отличается повышенной устойчивостью к стиранию. А жителей домов на улице Пожалостина ждет сюрприз. А на улице Пожалостина также будет установлен, как мы считаем, инновационный пешеходный переход. То есть пешеходный переход со светящейся дорожкой, который повысит безопасность дорожного движения. Это будет точно такая же светящаяся полоса, как и на перекрестке улиц Дзержинского и Первомайского проспекта. Кажется, что такой масштабный ремонт сильно повлияет на городской трафик. Но, по словам начальника благоустройства города, это совсем не так. Ремонтные работы будут проводиться преимущественно в ночное время. Мы продумали график работ таким образом, чтобы минимизировать влияние на трафик в центре города. И полагаем, что те меры, которые мы будем предпринимать, и тот порядок организации работ подрядчика приведет к тому, что неудобства будут минимальны. На улице Ленина уже срезали слой асфальта. У памятника стоит дорожная техника. А на самой дороге не то, что нет пробок, движение там вовсе не затруднено. Но ремонтные работы повлияют на расписание транспорта. На маршрут автобусы будут выезжать позже, а возвращаться раньше. Масштабный ремонт закончат 15 июля. Утром 2 июня на трассе М5 в Коломенском районе Московской области произошла серьезная авария. Столкнулись рейсовый автобус Рязань-Домодедово и автобус из Панова, который, по предварительной информации, вез школьников. Около 6 утра на трассе М5 в районе поселка Радужный в рейсовый МАН Рязань-Домодедово врезался автобус
со школьниками Испанинской средней школы. Детей везли на соревнования школы безопасности. Всего в аварии пострадали 14 человек, в том числе 8 детей. Пятеро из пострадавших были госпитализированы. В группе «Подслушано» у водителей в Рязани появилось видео последствий происшествия, которое выложил один из пользователей. Девушка также дала свой комментарий к видео газете «Про город». Моя подруга ехала с мужем в аэропорт на первом автобусе. Говорят, водитель притормаживал, чтобы пропустить котенка. Причем не резко тормозил, делал это постепенно. А второй автобус в него въехал. Все уверены, что в ДТП и погода сыграла свою роль. Был проливной дождь, дорога была мокрая. В результате столкновения моя подруга с мужем получили небольшие ушибы. Она говорит, что они больше испугались, так как дремали в дороге. После аварии они поймали попутку до аэропорта. Много машин тормозило. К проверке обстоятельств ДТП с участием автобуса из Рязани подключился Следственный комитет Российской Федерации по Московской области. Сотрудникам Следственного комитета предстоит выяснить основания осуществления трансфера детей и соответствие правил их перевозки установленным законом нормам. С 1 июня коммерческий транспорт Рязани начал внедрять автоматизированную систему оплаты. Планировалось, что в 260 маршрутках города с начала лета расплачиваться можно будет с помощью специальной карты УМКО. И по мнению учредителей, это значительно систематизирует движение в коммерческом транспорте. Вот только перевозчики, которых коснулась реформа, не согласны с этим. Накануне нововведения состоялась презентация электронных карт, с помощью которых рязанцы смогут оплачивать проезд в коммерческом транспорте. Это транспортные карты, карты системы УМКО, а также бесконтактные карты Visa PayWave. Но возможность расплатиться наличными у рязанцев все же останется. Маршрутки с терминалами отметят специальными наклейками на лобовом стекле, на правом борту и в салоне. Этот сервис позволяет безналично оплачивать проезд. Во-вторых, самое главное, наверное, это то, что коммерческий транспорт становится доступным для льготной категории населения. Это как студенты, школьники, так и обычные льготники, к которым относятся пенсионеры, инвалиды и другие категории граждан. Установить автоматизированную систему оплаты во всем коммерческом транспорте планируется лишь к концу 2017 года. А с 1 июня в город должно было выйти более 200 маршруток, оснащенных всем необходимым для безналичного расчета. Однако, как оказалось, о том, какие плюсы или минусы несет новая система, водителям маршрутных такси не рассказали. Не пройдет. Какова заработная плата водителя маршрутки в целом? Деньги. 8 тысяч. 8 600. Минималка по договору. Ага. Это официально. А ваше руководство с вами уже разговаривало по этому поводу или нет? Нет. Никто не разговаривал. То есть вас просто принудили? Обязали, принудили и все. Не советовать, не спрашивать, ничего. Если они не отметят, ни завтра, ни в день лежат на линии. Мнение. У нас мнение наше не смотрит. Мы как сестра будем под этим. То есть деньги мы видеть не будем. Нам машины ремонтировать надо, нам заправляться надо. Нам кушать надо. Конечно, за свой счет. Не за счет организации. Нет, заправляйся я за свой счет. По мнению водителей, для произведения всех необходимых расчетных операций на остановках придется стоять по 2-3 минуты, что приведет к пробкам и аварийным ситуациям. Они бы хотели решить все вопросы мирным путем. Однако, если директор Рязань-Трансавто не пойдет навстречу, маршруты номер 47, 49, 73, 77, 85 и 88 будут вынуждены прекратить работу. Некоторые воплотили акцию протеста в жизнь уже 1 числа. Есть ряд водителей, которые недопонимают, которые сегодня решили не выйти в рейс. Но это не очень большой процент на самом деле. Просто сегодня 1 июня, и сегодня совпал еще этот день с тем, что вступил в силу отдельное положение закона о безопасности дорожного движения, которым предполагается запрет использовать водителям свои водительские удостоверения, полученные в иностранных государствах. У водителей требование одно – отменить систему, в которой толком никто не разобрался. Недоумение у них вызывает и тот факт, что на безналичный расчет пока перевели только представители Ространсавто, в то время как остальные перевозчики эту идею пока не воплотили в жизнь. Неподалеку от аэродрома Протасова разбился легкомоторный самолет. Пилот погиб.
Информация о падении летательного аппарата в Рязанском районе поступила от очевидца вечером вторника. Спасатели выехали на место крушения, но спасти летчика не удалось. Подробнее расскажет Валерий Седов. Вечером 30 мая на пульт диспетчера филиала «Рязаньэнерго» поступил сигнал об аварийном отключении линии от подстанции, расположенной рядом с поселком Листвянка. Прибывшая на место происшествия бригада энергетиков обнаружила между опорами потерпевший крушение легкомоторный самолет. В результате происшествия без электричества остались 4 населенных пункта. Как оказалось, воздушное судно было самодельным. Вылетев с аэродрома Протасово в Рязанском районе, оно находилось в воздухе всего 7 минут. Падение произошло с высоты около 200 метров и сопровождалось резким снижением. При падении самолет зацепил столб линии электропередач, а после столкновения с землей загорелся. В Рязанской транспортной прокуратуре по данному факту проводится проверка исполнения требований законодательства о безопасности полетов. Управлял самолетом 59-летний летчик ВВС. Это был далеко не первый полет в его карьере, но сам самолет был испытан впервые. Сейчас проводится доследственная проверка. На месте трагедии работает следственно-оперативная группа. Также проводится комплекс мероприятий по установлению причины катастрофы. К сожалению, это не первая авиакатастрофа самодельного летательного аппарата в Рязанской области. Осенью прошлого года потерпел крушение самолет без регистрационных знаков и разрешения на вылет. Пилот также погиб. В Рязани проблем с предоставлением мест в детских дошкольных учреждениях с каждым годом становится все меньше. Однако порой этот вопрос решается неоднозначно. Появление платных детских садов устраивает родителей, но не всегда тех, кто находится в непосредственной близости от дошкольных учреждений. Продолжит Роман Дворецков. Один из детских садиков расположился на территории садоводческого товарищества «Металлург-2», которое находится за торговым комплексом «Нити». У рязанских дачников и без того хватало проблем, связанных с нехваткой урожая из-за похолоданий. Теперь к этим неприятностям добавились новые проблемы. Раньше на месте детского садика и площадки, которую теперь реконструируют под игровую зону, располагался обычный дачный дом. И соседи, которые сейчас полны возмущения, могли наслаждаться тишиной, спокойствием, пением птиц на своих участках. По мнению собственников, которые считают себя пострадавшими, одним новым детским садиком дело тут не ограничится. Якобы детский сад, а тут и гостиница, и все. И вот потом парковку хотят вот тут сделать. Ни ребенка так не вывезти, ничего опять. Трасса будет. По 25 машин бывает сразу приезжает. 25. Владельцы участков возмущены, ведь, по их мнению, данное учреждение построено незаконно. Это незаконно построили вот это здание. Незаконно, потому что здесь дачный участок. Незакон. Кто им подписал, мы не разбирались. Дети это, конечно, они и нужны, но дело-то не в таких местах их сажают сюда. Дети – цветы жизни, и отдых на природе для них немаловажен. Однако, если это не приносит неудобства тем людям, которым, в свою очередь, необходимо спокойствие. Вероятно, строить детский сад на территории дачного кооператива – не лучшая идея. К сожалению, главный вопрос остался без ответа. Действительно ли данный детский сад построен по закону? И имеет ли право собственник этой территории использовать землю садоводческого товарищества. А пока дачникам остается лишь наблюдать за тем, что происходит вокруг, и решать вопросы о возведении высоких заборов, которые смогут отгородить их личное пространство от глаз заезжих гостей. В этом году май удивил жителей нашей полосы аномально холодной погодой. Температуру на несколько градусов ниже климатической нормы обещают синоптики в начале лета. Помимо того, что рязанцы уже устали ждать настоящего тепла, страдает от таких температурных катаклизмов и сельское хозяйство. О том, какого урожая нам ждать, расскажет Анна Герцовская. У природы все уравновешено. И если год назад, в конце мая, рязанцы могли почувствовать настоящее лето, то сегодня вынуждены терпеть, если уж не холода, то весьма низкие показатели термометра. Как говорят специалисты, в таком погодном явлении нет ничего необычного. Бывало, что в другие годы и в середине июня наступали настоящие заморозки, что нам сейчас не грозит. Однако прохладная температура сделала свое дело и действительно повлияла на все сельскохозяйственные и садово-огородные культуры. Причем для озимых низкие температуры оказались даже полезными. Теплая погода, если бы она продолжалась вот в тот период, в апреле, то, конечно, это негативно сказалось бы на урожае озимых культур. Они не очень хорошо перезимовали, но вот эта прохладная погода будет способствовать их, так сказать, медленному росту, набору, ну, так сказать, дополнительному развитию.
По мнению экспертов, низкие температуры вызовут дополнительное кущение, и урожай будет неплохой. Что касается яровых культур, таких как ячмень, овес, в этом случае, если посев был произведен в конце апреля или в начале мая, это также хорошо. Сейчас многие всходы уже достаточно крепкие и дружные. Так что проблем с урожаем зерновых культур в этом году не предвидится. Единственный сбор зерна может быть перенесен на неделю позднее обычного. Однако неприятности от холодов не избежать другим растениям. Что касается, скажем, плодовых культур, ягодников, вот, конечно, урожай будет невысокий, поскольку у некоторых, может, и некоторые вообще не дадут урожай. Все будет зависеть от территории. Яблони, вишни, другие плодовые деревья и ягоды – это то, что пострадает однозначно. Теплолюбивые культуры не переносят низких температур. Да и процесс опыления в этом году нельзя назвать успешным. Пчелы начинают летать при показателях от 12-15 градусов. В идеале их температура начинается от 20 градусов воздуха. Так что в этом году они не успели потрудиться. И все культуры, которые опыляются насекомыми, пострадают. В отличие от тех же озимых, где происходит опыление с помощью ветра. Дачники уже чувствуют этот эффект. Да ничего вообще не растет. Ничего абсолютно не растет. Огурцы посадили, они еле-еле зашли вот так вот и стоят на одном месте. Теперь эти другие растения, они тоже стоят, остановились на одном месте. То холод, то жара. Проблемой для многих дачников является и расположение участков. Как было сказано ранее, большую роль играет территория, на которой возделываются культуры. На многих дачных участках, которые выделялись еще в советские времена, и без холодов проблем хватает. Людям приходится возделывать культуры в низинах. У меня яма, овраг, а деньги берут, как за хорошую землю. В том году посадила огурцы, помидоры, ничего не выросло, потому что деревья все заполонили. Деревья. Внизу что вырастет? Ничего не вырастет. Многие дачники и в этом году пока еще ничего не возделывают. Ожидают потепления для того, чтобы посадить помидоры и огурцы. Как получится. Будет погода, посадим. Пока ждем. Другие люди стараются сохранить культуры под пленкой или в теплицах, но многие овощи уже пропали. В этом году проблемы ожидают и свеклу. Скорее всего, она вовсе не уродится. А вот с картошкой все будет в полном порядке, так что беспокоиться о стратегическом запасе страны не стоит. Однако с вареньем в этом году будет действительно туго, так что любителям огорода придется искать пути для решения задач и надеяться на приближение теплого лета. Военная служба по контракту становится достойной альтернативой классической службе по призыву. Привилегии больше, престиж выше. Правда, отслужить придется не один, а два или три года. О том, какой вид службы выбирают современные призывники и на что обращают внимание, в репортаже Галины Ершовой. Красивая форма и статная фигура всегда вызывали восхищение девушек и зависть мужчин. Год от года профессия военного не теряет своей актуальности и престижа. О нюансах службы выпускникам колледжей и техникумов рассказали на социально-патриотическом форуме «Военная служба по контракту. Твой выбор». Более 400 молодых людей смогли задать свои вопросы и познакомиться с нюансами различных видов войск. Наша техника, она намного дешевле и лучше западных аналогов, но ей управляют солдаты и сержанты. Поэтому солдаты и сержанты должны быть хорошо образованы, хорошо подготовлены. С 1 мая 2017 года в силу вступили изменения законодательства, согласно которым теперь молодые люди, имеющие общее среднее образование, могут вместо одного года службы по призыву пройти ее по контракту в течение 2 лет. При этом молодые люди предпочитают служить как в родной Рязани, так и в далеких регионах. Однако вопрос служить или не служить для многих из них не стоит. Все знакомые, друзья, как бы, ну, прошли службу, ну, и они как бы не жалеют, они говорят, что это надо в жизни. Ну, у меня тоже родственники все, друзья, знакомые отслужили, все говорят. И самому хочется уже быстрее окончить учебу и в армию. А на кого учиться? Программа информационной системы.
Жесткий режим дня и большие физические нагрузки не пугают ребят. В прошлом году служить по контракту решили 840 рязанцев, а в этом году уже более 250 человек. Перед распределением военнообязанным нужно пройти несколько тестов. Самое важное – это медицинское обследование и уровень физической подготовки. Во многом от этих критериев зависит, в какую часть попадет будущий солдат. Поэтому готовиться к сдаче нормативов начинают заранее. Подтягивание, отжимания, кроссовый бег, километраж. Проходим подготовку, там даже в колледже нас готовят к этому. Не менее важны профессиональные навыки и моральная устойчивость. В современной армии построить карьеру можно в совершенно разных сферах, начиная от парикмахера и повара и заканчивая радистом или программистом. Помимо сложной техники и передовых разработок в области оружия, военным приходится иметь дело и с техническими новинками, например, электронными личными делами. В прошлом призыве мы начали выдавать пластиковые электронные карты или персональные электронные карты, это правильно называется. Много информации на ней записывается, оформляется все и в часть придается вместе с призывниками. Потом они к нам возвращаются с этими электронными картами, где информация пополняется, как они там служат, службу проходят. Поэтому квалифицированные кадры, знающие азы какого-либо ремесла, так востребованы в современной армии. А повысить свое мастерство контрактники могут в военных вузах параллельно со службой. В Рязани восстанавливают полуторку. Затонувший автомобиль – один из тех, что перевозили людей и провиант в годы блокады по дороге жизни, в прошлом году обнаружили и достали рязанские дайверы. Но подъем полуторки с глубины Ладожского озера – это только начало большого и сложного пути. Уже год автомобиль находится на реставрации. Это весьма специфической и непростой работой занялись сами дайверы и совместно с сотрудниками Рязанского музея военной и автомобильной техники восстанавливают раритет. За этот труд они не получат ни денег, ни наград. Личный энтузиазм и патриотический долг – вот что движет группой людей, в руках которых сегодня судьба легендарного автомобиля. Этот автомобиль, который мы сейчас реконструируем, был поднят непосредственно с дороги жизни через Ладожское озеро. И за ним, за рулем сидел чей-то, наверное, дед. Остался он жив или не остался, мы пока исторически не выяснили еще. То есть номер двигателя, есть номер шасси, пытаемся найти того человека, знаем общие списки. Но то, что он шел в сторону Ленинграда и провалился под лед с грузом каким-то, это мы точно достоверно знаем. Из этого рождается легенда. Вся машина сегодня полностью в разобранном состоянии. Скрупулезная работа. Абсолютно каждая деталь будет отреставрирована и доведена до состояния технически пригодного для монтажа. Автомобиль пролежал под водой более 70 лет. Представляете, да? И произошли определенные химические и физические процессы. И, значит, когда мы достали его и попробовали чугун, из которого сделан двигатель, он резался ножом. Чугун резался ножом. А из чугуна сделана двигатель, коробка передач и так далее. И поэтому должны пройти обратные процессы физические по насыщению кислородом чугуна, и только после определенного времени можно приступать к каким-то работам. Кроме финансовых, приходится преодолевать множество других трудностей. Что такое автомобиль 37-го года выпуска? Представить сложно, и найти одну запчасть становится порой задачей не из легких. Главная сложность реставрации такой вот машины, которая пролежала 70 лет на дне Ладожского озера, вернуть металлу первоначальную внешний вид, очистить, отдраить, затем покрасить, и вот, чтобы уже на выходе деталь имела вот такой вид. Например, за подшипником пусковой рукоятки пришлось ехать в Ленинградскую область. Без этой невзрачной на первый взгляд и небольшой детали не заведется двигатель, и передний мост будет не к чему крепить. Помогли ее достать в деревне Кабона, которую в войну называли восточными воротами дороги жизни. Именно отсюда когда-то по неокрепшему льду отправился в сторону Ленинграда и этот автомобиль. В блокадный город на одной такой машине можно было увезти лишь 1,5 тонны продуктов, вывезти с обратным рейсом максимум 10 человек. 36 километров льда, который трещит и проваливается. Бомбы рвутся, а у тебя машина чуть сложнее велосипеда. И в таких условиях люди делали по несколько рейсов в сутки. За время войны ушло под лед Ладоги более 1000 таких полуторок. Вот, посмотрите. Вот это следующее наше, значит, то, что мы будем делать. Это заднее прицепное устройство. Вот видите, что в каком оно состоянии.
На сегодняшний день собрали и полностью отреставрировали шасси, ходовую часть и частично кузов. Кстати, кузов был выполнен из дерева, и после нескольких десятилетий под водой от него остались лишь брус и несколько дощечек. Но дерево, сами понимаете, под водой 70 лет. Из всего того количества дерева на кузове сохранилось только один брус и три дощечки по-нормальному. Вот мы их в элементы кузова, мы их будем монтировать, и это будет кузов с историей, как в целом и автомобиль. На отреставрированную машину – свидетельство о блокадной эпохе, далеко идущие планы. Она станет не только экспонатом музея, но и будет принимать участие в парадах. А еще реставраторы надеются попасть на ней на дорогу жизни и дать раритетному автомобилю шанс участвовать в реконструкции событий блокадного Ленинграда. На чем ездили, как работали, как возили снаряды, как возили патроны, как возили макароны, хлеб в осажденный город, где люди гибли. Вот такая задача наша. В двух медицинских учреждениях нашего города с начала мая идет внедрение проекта «Бережливая поликлиника». Он был разработан Министерством здравоохранения Российской Федерации совместно с Управлением внутренней политики президента и экспертной группой «Росатом». Главной целью данного проекта является повышение удовлетворенности пациентов, доступности и качества медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических учреждениях России. Как работает этот проект в поликлинике номер 6 нашего города, узнаем из следующего сюжета. Рязань далеко не первый город, в медицинских учреждениях которого решили запустить проект «Бережливая поликлиника». В этом году он уже был успешно реализован в Ярославской и Калининградской областях, а также в отдельных городах Ставрополе и Петрозаводске. В нашем городе для реализации проекта были выбраны две поликлиники – детская поликлиника номер 7 и шестая взрослая. Работа по реализации проекта идет полным ходом. Для выявления имеющихся в поликлинике номер 6 проблем привлекаются как пациенты, так и сотрудники. В частности, здесь организован сбор предложений по оптимизации работы и обустройству медучреждения. Все эти предложения мы рассматриваем ежедневно. У нас создана рабочая группа, которая рассматривает все эти проблемы и предложения. Все мы их принимаем к рассмотрению, определяем ответственное лицо, определяем сроки реализации. Чтобы взглянуть на проблемы по-новому, были приглашены волонтеры из числа студентов-медиков, которые, сопровождая пациентов на всех этапах посещения поликлиники, выяснили, где и по какой причине чаще всего теряют время посетители. Выявив таким образом главные болевые точки, немедленно началась работа над изменением ситуации. Основной задачей данного проекта является сокращение времени пребывания пациента в поликлинике. Это осуществляется за счет более рационального расположения кабинетов, сокращается время хождения пациентов, а также сокращается время ожидания на прием, так как существует запись на прием к врачу. За счет информатов, которые стоят у нас в холле поликлиники, за счет наличие интернет-портала и колл-центров. Также введена электронная база ведения медицинской документации, в результате чего сокращается работа с бумагами и увеличивается время контакта между больным и непосредственно самим пациентом. Несмотря на то, что со старта проекта «Бережливая поликлиника» прошло не так много времени, пациенты уже ощущают изменения в лучшую сторону. Так, например, Елена пришла сюда с целью пройти диспансеризацию, что она успешно сделала, причем потратив на это минимум времени. Для тех, кто проходит диспансеризацию, выделены отдельные окошки, то есть на кровь мне не пришлось там долго ждать своей записи, то есть пришла в тот же день, смогла сдать. То же самое с ЭКГ, с флюорографией там, и с другими анализами. Ну и, соответственно, на следующий день, там, в тот день, когда мне было удобно, я записалась уже к терапевту и пришла вот сегодня к ней на прием. Работа по созданию комфортной и доступной среды для пациентов в этой поликлинике будет продолжаться и дальше. Ну а мы надеемся, что в скором времени работа всех медицинских учреждений Рязани не будет вызывать нареканий ни у пациентов, ни у самих медицинских работников. Наш канал будет следить за дальнейшей реализацией проекта. Такое увидели эту неделю мои коллеги. Еще больше информации вы можете найти на нашем сайте город62.tv. Мы прощаемся с вами до понедельника и желаем вам отличных выходных.